Черт возьми! Кто-то из Лиля сорвал джекпот в лотерее. Давай, я захожу в кафе. Завсегдатай... Эй, это Феган обо мне думает. А! Иди к черту! Тут звонит телефон. Ты с ума сошел? Я годами играл, черт возьми. И выигрыш рядом. Простите, хотел узнать, кто выиграл. О, я тебе кое-что скажу. Он выиграл. Он мертв, придурок. Никто не знает, что он умер. Мы это провернем. По-старому. Ох ты! Что будешь делать, Бодлер? Ну ты или Жан-Жан. Тысяча чертей. Разве не капитан Хэддок это говорил? У него были шотландские предки. Мы, шотландцы. А вот акцент, что это за акцент? Ну, шотландский. Месье Бодлер, моя орлиная нора. Ох, нотариус, ох, какой сюрприз. Одевайся, я не твоя. Жан-Жан, поднимись наверх. Стой, стой, стой. По-моему, отлично. А что после акцента? Я Бодлер, моя орлиная нора. Вы все попадете в тюрьму. Мы это сделали. По-старому, по-старому. При заморозке всегда можно указать дату.